ребенок был, звали его Михаил. Вы, наверное, его знали, по близости мы ходили. Да куда едете то, Василий Митрофанович? Так теща, на блины. Не хотела ты с ним сидела и стеснялась, а гармошка заиграла, я не удержалась. Ягодка тебя любила два годка. Два годочка, 8 лет, и такой нормальный день. Не хотела стариться, уже все больше нравится. Годиков на 25, помоложе был опять. Чем богаты, тем рады. Ну давай, зятелка дорогой, Василий Митрофанович. Настенька, сватушки, сватюшки все, вся наша родня, давайте породнимся. А хорошо, хорошо, сватюшки ехали, хорошо. Но правда, сегодня ведь студено. А мы наодевались на тепло. Кто в совиках, да кто в полушубках, да не заснись, сколько не замерзли. Ну, давай, дорогая зятелка, выдержи-ка. От нас. Давай, ну давай, Василий Митрофанович. Ну давай. Ну давай. Будьте здоровы. Живите хорошо, дружно, мирно. Ну, сладушка дорогой, давай-ка, выдержи-ка от нас. Не погнушайся уж. Не журю на рюмочку. Ну давай, сладушка, выдержите. Не погнушайтесь и вы. Будьте здоровы, всего вам хорошего. Ну ладно. Теща для зятя пирог пекла, она сеяла, месила полтора пуда муки, она сеяла, месила полтора пуда муки. Зять был смел, за приездом съел, зять был смел, за приездом съел. Ну, зятек, ну-ка, зятелка, прими-ка от тещи блины. Отведай, каковы, оцени тещу на работу. Зять у тещи первый гость, а принят в дом первый разбойник.